Друзья, здравствуйте! Вы на канале с Аленой, я сегодня в гостях и снимаю вам еще одно видео. Мы сегодня с вами говорим на тему, как помочь ребенку, если есть проблемы в развитии, куда нужно обращаться и как помогать. Напоминаю, вы на канале с клиническим психотерапевтом и с биохакером. Во-первых, нужно понимать, что происходит с ребенком. У кого-то есть какие-то диагнозы, у кого-то их нет, и все будет зависеть от того, что происходит в вашей семье. И второй момент, если даже нет никаких диагнозов, можно обратить внимание на микронутриативную поддержку ребенка. Во-первых, если есть какой-то диагноз, нужно идти к неврологу и далее к психотерапевту. А третий момент – это обратить внимание на хорошего нутрициолога, который поможет вам составить и пищевой рацион, и возместить, если есть дефициты для ребенка.